В биографии Евгения Меньшова множество перипетий. С одной стороны, ему удалось обрести всенародную славу, а с другой было время, когда в его доме не было даже кровати. Джентльмену телеэфира, таковым его считали, миллионный поклонец, пришлось пережить смерть жены и найти новую любовь, вырастить сына и вписать свое имя в историю российского кинематографа. Евгений Александрович Меньшов родился в городе Горьком 19 ноября 1947 года. После окончания вуза в 1971 году Евгений Александрович получил работу в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя. Без вычетов актер получал 75 рублей. Телеведущий ушел из жизни в мае 2015 года. Причиной смерти оказалась продолжительная болезнь. По одной информации, Меньшову был поставлен диагноз, связанный с почками, еще при жизни его второй жены. По другой, мужчина, как и супруга, страдал от онкологического заболевания. Болезнь в молодом возрасте ему удалось победить, но под конец жизни у Меньшова началось осложнение в виде рака костей, который стал причиной смерти. Похороны артиста состоялись на Троекуровском кладбище, прощались с ним только близкие люди. Гражданской панихиды также не было. А родные артиста, его сын и третья супруга не стали через суд делить наследство. Александр, который к тому времени обрел вторую половинку, остался в Москве в квартире отца. Ольге достался загородный дом.